Когда я на стриме сижу с камерой, вот я себя вот так чувствую, как будто меня вот так видят всегда, и я такой, ебать, типа, не дай бог сейчас что-то не так сделаю. Ты вот на диск. Я такой воровал в 14. И что будет? Я думал, это мина взорвешься. Фальшивка, блядь. Ты такой желтый, ты мексиканец? Я не знаю, даже я не видел, блядь, себя. Зеркало, да, никогда, все разбитые, сука. Ебаный мир, блядь, без зеркал. Я знаю, что ты здешний профессионал. Я знаю, что ты знаешь это. Тут въеби в землю, вот тут. И там кирпичи откопаются. Ой, нормально ты ее. Сейчас я ее тоже, блядь. Давай, на, нахуй. Видал, как ее, блядь, затылок? О, блядь, знал, что у нее выпало? А ну, посмотри. Ебать, она беременна была. Ублюдок, мать ты, а ну иди сюда, говно собачье. Ля-ля-ля-ля-ля, у меня кровотечение снова. А, блядь, уфух, нахуй. А что это за хуйня, охуел? А, змея, блядь! Ебучая! Блядь, еще и птица напала! Сейчас я ее, блядь! Она почувствовала кровь мою! Птицы нападают, когда у тебя кровотечение, понял? Да что-то у тебя месячные бесконечно. Да, блядь, я тебя потек, блядь. Может быть, ты там не мужик, надо проверить тебя будет. Эй! Я мужик! У мага надо посох украсть? Изи! Вы видали вообще, какой я вор, а? Ну это так, на счастье. Все, понеслась. Здорово, братан. Чисто сейчас к твоему корешу, братишке твоему, вот, который тобой управляет, пришел повидаться с ним. Так, первого развел, видите уже. Так. А имя любви Азу. О, здорово. Разве человек не имеет права на уединение? А, да, пожалуйста, мне этажом выше. Легко, второго убрал. Так, беру посох. Все, такой, говорю, ну такой. Ой, пиздец, здание перепутал. Думаю, что за порталы, блядь? Обычно тут лестницы были. Я к страже вообще шел. До свидания. Все, изи, все, ушел. Блять, дверь закрыта. Блять, дверь закрыта. Что за хуйня? Где выход? Сейчас. Все, до свидания. Все, видите? Все, своровал. Что-то я не выполнил там. Так, ладно, видимо, посоха было недостаточно. Сейчас, я что-то забыл сделать, как всегда. Красноречие, 300 тысяч у меня вкачано в реальной жизни. Забыл записку оставить, но я уже всем рассказал, что я здание перепутал. Ой, я обронил, блядь, ключи на третьем этаже. Сейчас заберу. Я что-то ключи обронил на третьем этаже. Че тут? Куда? А, сюда. Все, ключи нашел. До свидания. Где дверь? Как? Все, до свидания. Вот это они тупые, конечно. Ну что, готовы? Да! Сейчас все умрем! И дали какими очки? Так, чё, куда давайте решать? Ну это ты скажи сам. Я предлагаю посидеть пока, чай попить. Может, это термос кто с собой прихватил. Ебать, в вертолете можно кататься. Так, а как вверх-то? Ой, блядь, я чё-то стрельнул. Садись, садись. Ой, да, нас стреляют, подожди. Всё, я внутри. Дэн, сзади, сзади. Ползи ко мне, Дэн. Я ползу, ползу, ползу. Где ты? Укол тебе в ногу. Всё, нормально, нормально. Дэн, я за рулем, садись. Давай. А как взлетать? Ай, Дэн! Пробел окно! А, все, понял, Дэн. Так, а где Аня? Эй, Дэн, нам пизда! Жопе, Дэн, блядь. Падаем! Блядь! Да я же не приземлился. Да блядь. Прыгай, там парашют бесконечный. Артём летит, маленький такой глист. Как ты забрался? А везде можно забираться. Вот, смотри. Да? А, пробел клацай, вверх. Да, в смысле, вот. В смысле? Да ты надо было подтягиваться, учиться в армии. Че за хуйня? Вот. Бля, у меня вообще мышцы напряглись, я куда-то в реале потянула сейчас. Какой-то хмырь сзади подошел к нам. Да-да, он всегда подходит, а потом уходит в туман. Да, тварь, пошел нахуй. Захватим власть на все карты. Сейчас на шашлыки съезжу. Ой, да это микро-Халк же. Это Халк, который недопревратился. Там медведь, блядь. А может его отвлечь? Я могу побежать в другую сторону от него. Просто нужно это, выйти нахуй отсюда. Ой, что-то там у кого-то, блядь, шиза. Смотри, вообще пиздец сам с собой парень. Долго разговаривал. Ой, ебать, это же Джим Керри маска, нахуй. В газете разыскивается опять Джим Керри, нахуй, маска. А что ты делаешь? Ого, это так можно? Давай с тобой. Подожди меня. Давай, иди сюда, запрыгивай. Готов? Раз, два, три. Я забыл, на какую кнопку. На Е надо ставить? Направо. На, давай. Раз, два, три. Так, не было, успел? Почти. Прыгай бесконечно. О. Ладно, окей.
А нам это, зомби, да, ломают сейчас дом вокруг нас? Да. Так, давай сейчас анекдоты про зомби. Я как этих монстров в кино насмотрюсь, ночами не сплю, боюсь, все мне зомби в окно лезут, а ты? Нет, у меня москитная сетка. Так, чего? Ладно. Что потерял зомби, когда сгнил? Хуй. Нихуя, неплохо. Да-да. Здорово, мужики. Да я, короче, так, чисто по делам в кабинет. Да не о чем мне с вами разговаривать. Я так, пройду сюда, можно. Всем насрать, да, что я сюда пришел. Да-да, я еще выше пойду. Может, морковь еще украсть? Смотри, хлеб, помидор, морковь. Можно уродский бутерброд замутить. Что это за дед вообще? Надо почитать его имя. Цереонем Лекс. А, это главный мент, который ищет серого лиса. Серый лис, наш предводитель, соси хуй. Сейчас я налоги украду. Тебе нельзя находиться здесь. А, я не против, я пойду отсюда. Это какой-то гей пришел к нему. Это что-то там интимчик, по-моему, назревает. Церемониус Алексиусова. Имперский стражник, что у тебя за ночнушка? Это последнее предупреждение. А, ладно, все окей, сейчас. Так, где деньги? Тут? Так, пока он не пришел. Ну, я сам взломаю, а то пока что автопопытки у меня отстойно работают. Ай, руки мои тоже не очень хорошо работают. Сейчас я, блядь, сейчас. А-а-а. Тихо. Ай. Сейчас я мастер, поверьте в меня. Так, опа, видали? Так, ой, хорошо. Ой, все, видели? Лучше по автопопытке использовал. Налоговые ведомости найдены. Ну ладно, я пойду сразу. Здорово, все, пока. Что такое, гражданин? Не, ничего вообще, ничего подозрительного. Просто к вам какой-то алкаш с розовыми волосами зашел, вынес все налоги и ушел. И никто никогда не догадается, кто же этот незнакомец с совсем невзрачной внешностью. Сзади вас, ребята, один чувак. А, где сзади нас? Вы в западне, они высаживаются туда бесконечно и убивают вас. Надо бежать, прием. Убил, убил, беру бабки. И подобрал, Дэн, уходим. Я сейчас заберу у него бабки, бабки его заберу. Давай, все, давай, забрал. Дэн, прикрываю, прикрываю. Дэн, он прикрывай, покрылся слева. Убил, убил, все, изи. Отлично, два, красиво. Сзади еще на парашюте. Почти. Да, вон он. Лёг, всё, убил. Артём, красиво, молодец. Слишком много экшена. Да, но мы вытащили 112 тысяч долларов. Да, 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 отлично, мы деньги затащили. Нам надо сдать эти деньги, а то у нас их заберут. Так, шар для внесения денег, да. Так, готовы? Пойдете сюда, за мной. Смотрим. Вот он. О, нихуя себе. Вносите деньги. Да, 10 тысяч последний отдал. Что, запускаем? Да, да, запускаем. У вас, а как? Едь, блядь, лети. А если его стрельнут в него? Может, стрельнуть, да? Надо подуть. Лети, блядь, алло. Деньги привязали. Мы привязали деньги, теперь их видят все. О, пошел. О, полетели. О, нихуя себе. Фу, слава богу. В Сбербанк улетели деньги. Ты Артем ведешь пистолет, вертолет? Да, да, да. А можешь прилететь под мостом, как будто? О, это могу, конечно. Блядь, страшно. Ща, о. Во, красиво. Ой-ой-ой. О, тут сундук, тут, кстати. Да, да, возвращаемся туда. В сундуке взяли бабки, полетели. Да, взяли, все, погнали. Артем увлекся, Дэн, Артем увлекся. Нормально, красиво летаем, красиво. Блин! Слышу кейсик. Так и хочется из-за этого звука достать кирку и ломать дом вокруг себя. Да. Все хорошо? Хорошо. У меня тоже все хорошо. И у меня. Тебя, Дэн, хорошо все? У меня тоже заебись. Все, погнали, бля. Давай. Давай, блядь, где это щенок? Тут их двое, Артём. У меня тут чел на голове брейкданс танцует. Нихера, красиво. Вот это аттракцион. А, типа вот эти три столба будут решать всю нашу жизнь, да? Да, да, да. Жесть, прикольно. Они будут типа один ломать, мы такие, бежим! Да. Блин. Ты там живой? Да, я ноги сломал.
Блять. Бля, меня тетенька ждет на выходе из моста. Я не хочу идти туда. Оно все ближе сюда идет. А ты что там стоишь? Я ищу шину, ебать, клейколент. Да не могу ее сделать. Тетенька спрыгнула с моста. Она, возможно, идет к тебе. Да мы тут можем перепрыгивать остальное. Не, слушай, не перепрыгивать, мы, знаешь, что делать? На ночь убирать их. Убрал две, например, и все, они не смогут пролезть. О, дядя ко мне идет. Сейчас, блядь, его заманить. О, хорош! Ну-ка. Ну, он, блядь, надеюсь, он сейчас ёбнется и умрет. О, блядь, он перепрыгнул! Он перепрыгнул, блядь! Я умер, блядь! Спасибо за просмотр, хочу попросить тебя о серьезной вещи одной. Поставь лайк, а если не поставил. На канал подпишись, если не подписан. Ссылочки на всех ребят из видео в описании найдешь. А также там есть бот, который оповещает о выходе видео в личку ВКонтакте. А с вами был Морган, до новых встреч.